Сегодня у нас в гостях Иван Кузьминов, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. 18 июля вы и ваши коллеги отметили 97 лет со дня образования органов государственного пожарного надзора. Можете немножко нам рассказать вообще об истории этого праздника? Ну, правильно, как вы и сказали, 18 июля 2024 года исполнилось 97 лет со дня образования органов государственного федерального пожарного надзора. Официальная история службы началась в 1927 году. Именно с этого времени в СССР стали проводиться профилактические мероприятия по предупреждению пожаров, а также контроль по обеспечению пожарной безопасности на всех ведомственных, коммунальных и общественных организациях. Какие мероприятия в округе проходили, посвященные этому дню? Ну, в настоящее время, в этом году, мы наш профессиональный праздник приурочили к проведению профилактических мероприятий по предупреждению детской гибели и травматизма в летних детских оздоровительных лагерях, которые расположены на территории нашего округа. Основной целью является формирование базовых знаний по пожарной безопасности, а также обучение навыков безопасного поведения и порядка действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации, ну, а также популяризация нашего пожарно-спасательного дела. Вы приглашали, может быть, гостей в пожарно-спасательную часть? Да, у нас на территории 28-й пожарно-спасательной части был детский лагерь муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Седьмая школа», вот, в ходе которого детям довелась данная информация, ну, а также проводились мероприятия в игровой форме. Вот, детям было показано боевое оснащение пожарного автомобиля, вот, ну и как работают подразделения пожарной охраны в случае возникновения пожара. Но все-таки ваши сотрудники проводят такие профилактические мероприятия на протяжении всего года, да, не только вот посвященные данному празднику. На постоянной основе мы занимаемся данной работой, да, и усиленное внимание уделяем это как раз-таки в летний оздоровительный период, когда детишки находятся в детских лагерях. Иван, я предлагаю вам поздравить ваших коллег с этим праздником, вашим профессиональным. В день образования органов государственного пожарного надзора поздравляю сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы с профессиональным праздником. Примите самые теплые и искренние пожелания крепкого здоровья, мира и дальнейшего совершенствования профессионального мастерства. Особые слова благодарности нашим дорогим ветеранам за их многолетний вклад в развитие и становление органов государственного пожарного надзора и бесценный опыт, который вы передаете молодому поколению. С праздником, уважаемые коллеги и ветераны службы! Спасибо большое, Иван, что пришли к нам в студию. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Иван Кузьминов, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу.